Встал вопрос, кто будет вести новый КВН. Кандидатуры две. Это Александр Масляков и Геннадий Малахов. Что так и делал Малахов, чтобы победить? Он натирался медом, обливался рыбьим жиром, ел подорожник, натирался хреном и уже почти вырвал у Маслякова победу. Но тут поступил звонок из КГБ, и у КГБ был один единственный вопрос. А вам не кажется странным? Запятенило.